Как уполномочена по правам ребенка в Республике Саха-Якутия, на контроле находится исполнение указа главы Республики Саха-Якутия Асена Сергеевича Николаева о мерах поддержки семей военнослужащих. Недавно я была в Мекино-Кангаласском районе и проверила исполнение указа, посетила Нижневестякскую среднюю общеобразовательную школу имени Попова, также Майнскую среднюю общеобразовательную школу имени Ларионова. Все дети обеспечены бесплатным горячим питанием, а также посетила детский сад в селе Майя Кенчари. Родители освобождены от уплаты за содержание и воспитание ребенка. Также, согласно указу главы республики, студенты из семей военнослужащих получают повышенную стипендию, которая не зависит от академической успеваемости. Все студенты получают повышенную стипендию, им назначено. Кроме того, дети имеют право на бесплатное оздоровление в детских лагерях республики, а также бесплатное целевое обучение.